пооткрывать бэпаки, достать крутых игроков. Нужны монетки? Вы можете найти их у Макса Хантера. Лучшие цены, быстрая доставка. Ссылочка в описании. Всем привет, с вами Ёжик, и вот он настал, тот момент, когда мы забираем свои награды за Weekend League. Четвертая позиция в мире в четвертой Weekend League февраля. 40-0 я выдал, вы помните это, я получаю максимально крутые паки. 4 пака за 100к и 1 пак, самый-самый крутой пак, где нас ждут 11 информов. Ну и кроме этого, еще 200 тысяч монет, очень сочно. Смотрите только, Раджана Инголан, 88 overall skill, нереально универсальный. Специальная и крутая карточка, которую я, конечно же, бы продал, потому что у меня есть красный информ 87, а заработать бы на нем я бы хотел. Роберт Левандовский, 94 overall skill, очень крутой также. Кейн, очередной информ, но опять пейса не хватает. Депай, Фабрегас, Верратти, Сандру еще из Юве, тоже очень жесткий, он и так обычный, на пару с Алабой очень и очень хорош. О, да, поехали, открываем, первый пак за 100к, пошел. Без волкаута здесь. Воу! Большая звезда. Ханданович. Облак. Понял. 87. Офигеть. 12 тысяч. Окей, пускай будет так. Харт Перейра. Роуз. Бартра. Первый пак такой себе. Для разминочки пойдет. Второй пак за 100 тысяч. Волкаут. Я так и знал, что должен быть. Кто там? Я опять флаги не увидел, как обычно. Кто? Здесь. Италия. Буфон. Понятно. Ну, это просто стабильно. Ёжик получает волкаут, в котором вратарь, который не стоит почти ничего. Чех, Лорис, Буфон. Пожалуйста. Спасибо. 24 тысячи примерно, да. Уэлбек, Сафонара, Дос Сантос, Чемберлейн и Антонио, и короче. Давайте еще один волкаут. Может быть, он здесь спрятался справа. Волкаут! Волкаут! Флаг, я не увидел, Аргентина или нет? Кто? Два волкаута, Аргентина, Лео, Агуэро, Дибала, Игуаин, я уже вообще совсем запутался, Гонсало, Игуаин, 89, Дибала же действительно не волкаут, но там был апдейт, левел апнули ему, поэтому кто его знает, Гонсало, Игуаин, не Лео Месси, не Агуэро, но Гонсало, Игуаин, Люри здесь, два волкаута было, воу, Мане, ну там Мане. И больше ничего. Окей, 50к, хорошо, Игуаин. Вы знаете, очень даже нравятся мне такие паки. Волкауты тут понаехали. Еще даже не один и не два, а аж три уже получается. Последний пак за 100 тысяч. Это уже не волкаут. Ну, хорошо, 84, тем не менее. Смоулинг, хоу. Это даже неплохой вариант, я вам скажу. Еще 10 тысяч. Зонзи опять нулит улезет. Насри, Франческо Тотти, Погба. Жаль, что не Поль, братиш. Остался последний пак. 11 информов. Самый сочный пак этого вечера. Вообще один из самых сочных паков в истории игры FIFA. Здесь и сейчас крутая команда недели. И поехали. Волкаут! Волкаут! Кто? Кто? Нет, не хотел я Верратти, я хотел на Инголана. Блин, возможно, есть еще на Инголана внутри, кто его знает. Нет на Инголана. Кейта, Гуйе. Отвратительный пак с 11 информами. Без Нейнголана, без Алекса Сандро, без Левандовски, без Фабрегаса. 220, 210, 200 тысяч Верратти. 100 тысяч. Оу, oh, е! Yeah. Да, это хорошо. Это хорошо, 160к. Беремся продавать. По итогам этой Weekend League я зарабатываю 850 тысяч монет. С одной стороны, круто, можно где-то порадоваться. С другой, я получил таких информов, что не сильно рад, потому что, опять-таки, очень много крутых игроков было, и они пролетели мимо кассы. Верратти, к сожалению, приклеился ко мне, я помню, пак с красными информами, последний, Верратти тоже выходил, но, к счастью, там оказался Нейнголан вместе с ним.
Здесь же, к сожалению, не было на Инголана. Ну да ладно, 850к, окей, я подумаю, что с ними делать, на самом деле еще не знаю, не было каких-то определенных идей, потому что, как известно, победный состав не меняет. Поэтому, собственно, вот мои ребята, которые тут нуждаются в контрактах, они, в принципе, пока что и остаются. И, возможно, сейчас, в течение вечера-ночи, сначала смонтирую видос для вас, а тогда, возможно, придумаю что-то, кем усилить команду. Но пока что я не знаю, есть ли смысл трогать тот механизм, который отработал на 40-0. В принципе, все играли хорошо. Где-то, конечно, хотелось бы вернуть сейчас треугольник из Ромы. И вполне возможно, я все-таки его верну на Инголан, Манолас, Флоренция, Информ. Но тогда придется сказать до свидания Сократису. И тогда выпадет химия у Модрича, у него будет восьмерка. Возможно, я так и сделаю, потому что таким образом Видаля верну в основу. Но не факт, я еще хорошенько подумаю. Опять-таки состав выдал 40-0, поэтому не факт, что стоит его менять. Подумаем. На сегодня все, с вами был Ёжик. Если видос и эти мега крутые паки вам понравились, и понравилось вам то, что я опять максимально быстро выложил видос с наградами, то поддержите, пожалуйста, лайком. Удачных вам наград, до встречи и всего хорошего.